После конституционной реформы страна будет застрахована от парламентских кризисов. В этом уверен член Конституционного совета Виктор Малиновский. По его мнению, внедрение некоторых элементов парламентской формы правления в президентскую – дальновидное и мудрое решение, способное повысить ответственность ветвей власти. Мы в свою президентскую форму управления внедряем элементы парламентской формы правления весьма и весьма аккуратно. И в форме правления присутствуют вот эти вот страховки. Президент, обеспечивая политическую координацию и политический арбитраж, он смотрит, как работает государственный механизм. И в случае, если начинаются сбои, допустим, парламентарии вошли в клинч с правительством, президент в этой ситуации всегда определит, кто прав, кто виноват.